И снова здравствуйте, всем привет. Итак, значит, следующая сцена, где Мастерсон должен представить, как, ну, что произошло, допустим, в этом месте у Мастерсона, да? Такая ситуация. Значит, что нужно сделать? Я тут поднабросал кое-какие, значит, анимашки, кое-что переделал, как обычно, кое-что своего тут добавил. И, значит, вот получается, здесь стоит Мастерсон, что-то пусть говорит, значит, Фёрсту. И здесь он сейчас вот раз задумался и смотрит уже на территорию. Значит, здесь присутствует телега с сеном. Еще надо тут многое что понакидать, но у меня слабый ноут, повторюсь. И я накидываю пока по минимуму именно то, что будет участвовать в сценах. Значит так, это будет вот одна сцена. Стоит Фёрст, облетает, допустим, камера, ну, не зацепляя, конечно, стены. Он смотрит и, значит, где-то вот, может быть, с этого ракурса, это уже камера сама поведет, как будет хорошо тут все выглядеть. И он оглядывает территорию. Он смотрит, допустим, сюда, здесь куча навоза еще, возможно, будут какие-то виллы, возможно, какой-то еще сарай, ну, что-то там будет, потому что, ну, как бы это ранчо, да? Там еще вдали что-то может стоять, ну, пока вот телега. Телега скачанная, значит, сено добавил текстурку просто на вот этот мякиш, да? И, значит, нужно следующую сцену собрать, где будут бандиты. Буду собирать в эту же сцену, и, значит, как понадобится, наверное, как оставить этого шерифа. Давайте я пока его оставлю, я уберу пока Фёрста. И уберу пока саму вот эту телегу с сеном. А, подождите, телега пусть стоит. Значит, я нажму Shift и правая кнопка мыши. Поставлю пиво тут сюда. И давайте залинкуем сюда какую-нибудь сцену с бандитом. Так, это у нас, чтобы не искать, кто у нас тут был. Герой Запада, оружие. Тен-ден-ден-ден-ден. Так, надо искать словом, да? Ну ладно. Вот эти неудобства мне тоже поднадоедают, что, ну, список здесь, в принципе, есть, но он как бы небольшой, да? Так, все, да, вот Бандит 2 анимации. Это значит, кто у нас тут будет? Что-то он не хочет высвечивать. Ну давайте вот все для вестерна и найду-ка я бандита я, да? Так, это у нас комната ковбой-главарь. Давайте посмотрим его анимации. Так, где он тут разговаривает? Рик. Марстинан. Так, вот этот, да? Коллекция. Попробуем ее залинковать. Так, вот так закинулся большой бандит. У меня персонажи, как говорится, большеватые, Ctrl-Z, поэтому сцену делаю поменьше, чтобы все, значит, улеглось, да? Так, это значит у нас бандит. Бандит еще какой бандит? Так, и значит, стоять он будет где-то, ну, пускай вот тут. Давайте подгадаем его размер. Он 1,70 м где-то. На согнутых ногах он не должен быть выше Мастерсона, потому что Мастерсон где-то под 2 метра. Самый большой тут будет персонаж. Так, что тут по ногам, чтобы он не висел в воздухе и, значит, не заваливался в землю. Ну, вот так чуть-чуть его можно там притопить. Так, смотрим его анимацию. Ты-дым, ты-дым, ты-дым. И что-то он ни черта не делает. А, это не тот файл. Это файл, значит, просто под разговор. Ну, в принципе, его можно оставить для этой сцены, да? Давайте попробуем там Ctrl-Z. Оставляем его для этой сцены. Отводим его подальше. Приподнимаем его над землей, чтобы он нормально тут стоял.
Так, теперь в это место линкуем его подопечного. И, наверное, давайте сейчас вот это файл сохраню. Файл save as. Это будет, значит, так, шериф Мастерсон, значит, ну я в папку, наверное, с бандитом на закинуть это дело. Ковбой, главарь. И, значит, главарь, что он будет делать? Стоит, да? У Мастерсона начало будет это дело. Так, сохраняю. Теперь нужен, значит, бандита подготовить, который будет стоять, да? И закинуть туда уже не дохляка, значит, или, ну да, не, в одной сцене, чтобы съемки поподелать, уже не дохляка Мастерсона, а Мастерсона, значит, с анимацией. Давайте попробуем. Так, ну, все равно нужно показать, что он там лежит, да? Так, давайте это будет та, другая сцена. И закинем сейчас файл open. Это значит, герой Запада держит коня. Бандит стреляет из укрытия. Вот, вот этот сейчас переделаем чуть-чуть для первой сцены. Так, вы видите, что здесь, значит, персонаж стреляет. Нужно сделать ему анимацию, значит, ну, как сказать, затянуть ее, что ли, да? Давайте выберем кадры и откроем постмод. Смотрим английское А и попробуем выбрать все анимации. И, значит, G, как бы вот это дело перетянуть. А вот эти первые кадры, где он еще не садится, вот эти, значит, G перетянем на первый кадр. И сделаем S. Так, тогда он стоит, стоит, стоит. Тут еще идет разговор. И, в принципе, когда он начинает садиться, рановато, да? Ну, давайте вот это тоже удалим. Кадры. И где он тогда, вот здесь он тоже будет там что-то делать, это нам тоже не понадобится. Нам понадобится только, где он стоит вот это. И стоит он, пусть прям долго стоит. Так. А ну-ка, это слишком многовато. Давайте сделаем, чтобы он именно дергался чуть-чуть, ну, чтобы не бездыханно стоял, да? Так, тогда вот эти кадры еще немножко уменьшим. Это пусть будет 104 секунды. И тогда сделаем Shift-D, и тогда вот это еще продублируем. И еще Shift-D, продублируем. Так, ну это тоже столько не понадобится, наверное, много. Но где он будет говорить, там, наверное, это пригодится. Так, файл save as, это будет уже другой файл. Это значит, будет бандит. Так, в начале разговора. В начале стрельбы, во. Вот так будет, наверное, мне понятней. Так, сохранил. Теперь давайте open, что сделаем? Так, open, откроем. Бандит стреляет. Так, так, так. У Мастерсона начало. Так, у Мастерсона начало. И тогда вот эту часть. Так, это... Сначала сено удалю, чтобы потом можно было просто телегу одну выбрать и удалить, чтобы она точно тут стояла. И делаем так, файл link.
Бандит, ковбой, и значит это начало, да? Так, уменьшаем персонажа. Так, подгоняем, чтобы телега более-менее сравнялась с этой телегой и по размеру тоже. Ну, приблизительно хотя бы, да? И стала на то же место, где стоит эта телега. Ну, тогда получается, у нас этот персонаж очень маленький становится. Вот вы видите, да? Если я начинаю увеличивать его хотя бы вот так вот, вот раз, здесь я его приподниму, ну, вроде бы уже по размеру они как бы схожи, но тогда предыдущая телега вот эта, она как бы, значит, получается очень маленькая. Надо в той сцене тогда эту телегу будет чуть увеличить. Ну да, не намного, но все-таки. Так, и получается тогда семерка на нампаде. Я сейчас еще небо отключу. Надо подкрутить вот это дело. G подвести к этой телеге. Так, R чуть-чуть докрутить. Ну, в принципе, как бы так бы, да? И тогда вот эту телегу можно уже смело удалять. Вроде бы все стоит. Картинка вроде бы нормальная. Так, но вот этот персонаж что-то глубоко в земле. О, приподнимем. Не вопрос. Так, даже можно его, наверное, чуть-чуть еще S уменьшить. Так, картина маслом. Это значит, они стоят, да? Вот так вот. Так, там должен быть уже тогда Мортон. Ну, чтобы в одной сцене уже снимать, потом сюда подставлять других. Хотя бы Мортона, чтобы как не менять, да? И файл link. Нужно найти теперь Мортона. Все для вестерна. И ищем дом. Или Мортон, да? Дом шерифа, дом Мортона, а нам нужен Мортон. И значит ИКЛМ. Кровь, магазин, т.д. А как же он называется, Мортон? Я забыл, ёханый валет. Кондор, картинки. Старик Мордон, во, Мортон. Так. Сталь, старик, дохляк Мортон. Вот, видите, уже забыл, как называется файл, папка, да? И значит, он тут стоит. Вот этот залинковать надо по прошлым роликам, то, что я показывал, где он разбивает окно и стреляет, да? Ну, тут другой вопрос. Тут нужно еще окно как бы заменить в другом файле и подставить потом еще это стекло. Или обыграть, как бы не показывать, не делать акцент на целое стекло, тогда будет более-менее нормально. Так, где он тут, старик Мортон? Видите, этот у меня персонаж чуть поменьше. Значит, мы его заводим в хату. Так, подводим к нашему окну. Делаем еще S, он 1,50 м где-то старик. И перекручиваем с помощью транспоза. Смотрим, чтобы старик дюжить не перевернулся куда не надо. Ну вот, вроде бы привязан, вроде бы нормально. Так, да. Так, и надо попасть S, значит, чтобы в само стекло.
Так, ну картинка вроде бы тоже нормальная. Смотрим теперь, как он будет разбивать окно. Чуть-чуть его подальше, а потом он вот так раз и разбивает, да. Нормально. Так, поправляем. Так, и по-моему, а не, ну да, старика чуть-чуть еще на увеличить. Так, вроде бы все подготовлено. Так, ну вот этот персонаж, он, значит, со стволом. Но сначала разговор, потом еще нужно будет показать. Я там в руки ему ствол не давал, ну он где-то его взял, допустим, там лошади, может быть, рядом будут, кстати. Где-то лошадей можно тоже привязать. Но пока давайте раскидаем и посмотрим, как это будет выглядеть и чего будет не хватать, и где будут какие-то, допустим, пустые места, которые потом можно подправить и, значит, дополнить. Так, сохраняю вот этот файл. Это значит мастерсон начало. Все нормально. Так, главарь банды. Ну да. Такой сцены еще не было. Так, но главное, опять же, внимательно, чтобы не удалить какие-то сцены, чтобы потом не переделывать, а просто подправлять и дополнять. А то придется заново какие-то сцены искать и вспоминать, где что находится. Вот это будет очень трудно. Так, ну все, вот здесь они, значит, стоят. И какой момент? Старик там стреляет. Его можно показать, как тут сниматься будет, да? Вот мастерсон сначала тут, ну, допустим, вот с его ракурса камера перекрутится, допустим, раз, и вот так вот облетит. Потом внимание будет как бы на бандитов. Вот можно на этом будет остановиться. Вот на этом. И с этого уже начнется, значит, штука. Или от них начать подлететь, значит, к мастерсону. Вот здесь, где он уже делает выстрел. И снять это дело, да? Так, теперь другая сценка. Тоже тут же, только теперь вот этих, так, главаря ликвидируем, мастерсона ликвидируем и добавляем в файл, значит, линк главарь. Это он здесь разговаривает. Вот где он тут будет сейчас разговаривать, еще бы найти эту сценку, да? Так, не это, по-моему. Так, ну давайте пока вот он подходит, стреляет, сцену соберу, где он будет стрелять, а потом уже соберем, где он будет разговаривать. Угу. Так, улетел персонаж. Делаем ему S. Так, что-то я не... А, все понятно. Ставим на первый кадр. Подводим его, значит, к мастерсону. И, значит, уменьшаем до нужных размеров.
Подгоняем, значит, к нашему вот этому персонажу. Еще раз S. Делаем ему размер, который у него был. Давайте чуть-чуть, наверное, побольше. И из грязи его достанем. Так, вот тут. Так, стоял он тут, допустим. Так, чуть-чуть еще S его уменьшить. И что получается? Здесь он идет уже. Так, здесь он может спотыкнуться. Не суть вопроса. Отведем. Приподнимем. Так. И вот он здесь останавливается. И в мастерсона стреляет, допустим, да? Так, ну когда он будет стрелять, давайте, чтобы он был повернутый в эту сторону. Вот так, оп. Мастерсон слепой, возможно, или не хотел его поранить, просто шугануть. Ну, его завалят. Это однозначно уже понятно, да? Так, сюда теперь файл линкуем сцену, где бандит, значит, ведет стрельбу. О, не понял, не этот файл. Так, опять же линкуем, находим, где ты? Где ты, где ты? Где? Бандит с пистолетом стреляет из укрытия. Вот она. Коллекция, коллекция. Итак, подставляем, значит, другую сценку. Тоже выравниваем, чтобы более-менее, значит, он по размеру соответствовал. Чтобы было более-менее нормально. Так, S. Еще приподнимем. Так, ну вроде бы совпало, да? Вот так совпало. Чуть-чуть его, значит, отведем на это же место. Так, семерка на нампаде. Приметим, где один файл, где другой. Так, раз. И вот этот файл можно один delete. Так, смотрим, что происходит. Выбираем персонажа. Он тут чуть-чуть завален. Значит, приподнимем. Вот так. И смотрим, что он там приседает, стреляет. Этот подошел вообще не туда. Значит, вот этого персонажа чуть-чуть отводим, наверное, подальше. Так, и значит, чтобы они с одного места стреляли. И стоит он тогда подальше. Все. В принципе, нормально. Так, у Мортона сколько там он раз, все замедляет. Ну, в принципе, хватит, чтобы его отснять этот выстрел. Один, второй, да? Приседание вот с этой, может, точки какой-то. Вот. Так что там Мортон чуть-чуть перекроется. Не суть вопроса, обыграет камера. Так, смотрим, не сильно ли этот персонаж большой. Так, ставим на первый кадр, смотрим. Ну, так-то нет. Ну, когда подходит, что-то... Или камера увеличивает, наверное. А ну-ка, сдалека. Ну, в принципе, если по повозке смотреть и по этому персонажу, то он небольшой. Можно его чуть-чуть еще, может, уменьшить. Ну, до цела, да? Ну, да, где-то... А ну-ка, еще, может... Ну, чтобы он не был меньше того. Ну, как бы нормально должно быть, да? Так, вот этого можно еще персонажа чуть-чуть уменьшить. Угу.
Нормально. И что? Ну, в принципе, все. Включаем небо. Сценка вроде бы подготовлена. Здесь еще, повторюсь, будет сараюга какая-то стоять. Вот здесь она прикроет дальний фон. Здесь какой-то загон можно поставить, животных, баранов там. Ну, словом, сцену заполнить можно хорошо. Вот сейчас у меня 368 тысяч полигонов. Ну, с одной стороны, это немного. Телегу, в принципе, можно. Она низкополигональная. Ну, можно, наверное, ее немножко, значит, как бы еще сделать поменьше. Тут больше занимает вот эта вот локация. У нее, значит, сетка, вы видите, упрощена, децимейтнута, наверное. И все равно кусты, видно, не получилось больше их как бы уменьшить, потому что они превращаются в хлам. Но изначальный вид, наверное, в этой локации был шикарный. Видите, если издалека смотреть, в принципе, нормально, да? Если обыграть дальше, вот здесь вот, допустим, они через дорогу выйдут, и здесь уже другую локацию, пастбище какое-то добавить, то прям будет похоже, что это конкретное ранчо, да? Ну, так. Так, или сделать другую локацию. Ну, повторюсь, по локациям я не очень. Если дома там какие-то еще телеги там персонажи я делаю анимации, ну по локациям я не могу вот это вот дороги вот эти выгадывать сколько по размеру там чего как. Для меня это сложно. Так, сохраняем. Save as. Это значит у Мастерсона перестрелка, да? Так, у Мортона. Мортона пробел. Перестрелка. Сохранить. Так, это вроде бы сделано, а я как бы не сохранил, да? У Мастерсона начала. Не дай боже, я нажал кнопку сохранить. Вот это будет казус. Надо будет заново все это дело восстанавливать. Нет, все нормально. Все тут зашибись. Так, это потом будет уже в черно-белом фоне. И Мастерсона не будет, да? Но тут еще какая фишка, что камера, когда будет облетать, желательно, чтобы Мастерсон где-то вот здесь, наверное, да, перекрутился потом в сторону, значит, Мортона. Вот так вот. Ну, попробую это дело обыграть, значит, все нормально. Теперь в эту сцену загружаем, где вот этот персонаж говорит. Файл, значит, link, и находим ковбой и бандит говорит. А вот какой-то файл. Коллекция вот сейчас подгрузится. Так, делаем S, уменьшаем. Так, теперь вытягиваем, подгоняем и, значит, уводим подальше, потому что он будет идти издалека, ну, чтобы расстояние более-менее как бы не принципиально, но соответствовало, да? Так, и по размеру S, а ну-ка, ну, в принципе, где-то так, да. Вот отсюда он будет болтать, тут будет стоять, и значит, а ну-ка, как он тут будет себя вести? Так, Мастерсон тут уже не понадобится. Здесь уже будут черно-белые тона. Так, вот у него, видите, тут уже косяк. Видно ствол без текстур. Значит, нужно его как-то спереди брать. Снимать вот в таком ракурсе. И вот как бы вот так, да?
Так, а ну-ка. Ну вот, и значит он тут уже, старик, мол, та-дам-дам, та-дам-дам. И можно ему еще, значит, под два диалога добавить, значит, анимацию. Так, вот эту штукенцию я тоже сейчас сохраняю, значит, в каком ракурсе, да? Это будет сценка перед стрельбой. Значит, save as у Мортона. Перед стрельбой. Так, ну, в принципе, все, сцены собраны, да, по-простенькому. Значит, минимум, значит, у них тут переворотов, полетов, минимум тут каких-то движух. Ну, хотя бы понять, в каком дальше направлении идти. Что сюда добавлять, что здесь еще можно сделать. Что-то может переписать, где-то добавить в сценарий и добавить уже здесь. Вот была бы еще штука прикольная, когда он выстрелит, вот этот персонаж. И пуля как бы мимо Мастерсона пролетает, да, и разбивает стекло и попадает уже в Мортона. Вот это было бы, ну, как бы четко уже. Вот это, конечно, красиво можно было бы заснять. Но я это пока не представляю, каким образом. Допустим, можно снять, где он стреляет, там добавить Мортона. И вот пуля, допустим, полетела. Сейчас я вам приблизительно покажу, какая идейка, да. Shift F, и как будто вот этот персонаж, значит, стреляет, и все, пуля такая полетела, 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 и попадает как бы Мортону в грудину туда. Ну, съемка идет, здесь кровь, брызги, конечно, там вся огня, но пролетает она как бы возле головы Мастерсона, как бы вот он стоит, персонаж. И пуля летит, и вот так вот раз, и как будто он ее провожает уже этот, ну, камера, да, как бы ее доводит до мастерства на пулю, и так раз, и бумс, и попало. Ну, не знаю, как это получилось вам объяснить, ну, тема офигенная была. Так, пока я это все дело оставляю, здесь они болтают, этот угрожает, Что еще можно сделать? Значит, следующий этап это, значит, съемка с экрана и потом, значит, монтаж, а потом уже, значит, смотреть, каких моментов не хватает, каких анимаций не хватает, какого сюжета добавить. Ну вот пока как бы так бы работа еще идет, еще, значит, эта тема не брошена. Кому интересно, подключайтесь. Все модели есть в группе ВК. Там их можно скачать и, в принципе, собрать любую сцену. Там все есть вот эти персонажи с ригами, кое-какие с анимациями, животные все есть. Словом, все, что есть в роликах, есть в группе ВК. Их можно скачать. Там есть локации, еще что-то. И это все дело как бы воссоздать или сделать что-то свое. Все, всем пока, до свидания.